Всем здорово, всем привет, кто будет смотреть все это дело в записи, всем привет, кто будет смотреть это все дело в нарезке, возможно, а может нет. Или он счетчик сверху от количества убийств? Да, ты правильно понял. Счетчик сверху это количество смертей. За все то время, что я играю, наверное, столько и не было. Думаю, что около 500, но точно не 3500. Макс, не хочешь сделать тирлист пива сегодня? Если бы я в нем разбирался бы, то, может быть, и сделал бы. В зомбоиде? Блять, тирлист пива в зомбоиде? Какое пиво лучше, в бутылке или в банке? Сможешь припев повторить? Ну, во-первых, привет, а во-вторых, нет. Говорю сразу, что нет, не смогу. Припев всю песню, так в том-то и дело. Школа — лучшее место, чтобы избавиться от амбибы. Сейчас я тебе покажу лучшее место. Вот лучшее место. Вот, это прям самое топовое, если что. Так, это берешь дополнительную руку. Вот, делаешь вот так. Вот это самое лучшее место. Блять, меня Господь покарал. Покарал Господь меня. Наверное, карма. Ну да. За богохульство. Ой, такой ты уже верующий, рассказывай давай. Брачишься сзади через зомби, уже едет бобик с мигалками взять тебя за богохульство. Я это сделал не для того, чтобы сбогохульничать, а для того, чтобы ходячие трупы не осквернили это место. Вы не понимаете. Вы не понимаете, о чем вы говорите. Найт выкрутился. Что это? Что это? Это мне? Аксик, это мне? Это мне 10-й фитнес? Это мне 10-й фитнес, смотрите. Это мне. Можешь еще раз статы показать, но чуть-чуть из-за чата убрать? Вот так вот сделаю. Донаты, да, это пожертвование. Это считается как подарком. Есть один нюанс. Когда я пришел в налоговую, говорю, вот налоги заплатить. Это типа все подарки. Он говорит, а вы можете как-то это доказать? Я говорю, ну видно же, пришло с сервиса Donation Alerts. Юридическое лицо Donation Alerts находится в Амстердаме. Привезите бумагу с офиса, то что это действительно были подарки. Я говорю, как я это сделаю? Он говорит, езжайте в Амстердам. С прошлого года, как у нас в Беларуси стало, если ты государству что-то должен, ну налоги не заплатил, выехать со страны не можешь. Такой вот моментик охуительный, да? Езжай незаконно. Охуеть, да. Это мне? Это снова опять все мне? Потому что в самолете все зависит от винта. Еще один подарок из Амстердама получается, да? Нет, это по ошибке тебе скинули, можешь мне перекинуть. Кисонька? Кис. Так, что-то вкусненькое тут есть? Противогазы есть. Армейский рюкзак есть, нихера себе. Топовый рюкзак. Чтобы научиться бать назад, надо закончить школу в 8 классе, блядь. Рюкзак нашел, а я все еще со школьным хожу. А это потому, что у тебя скилла не столько, как у меня, Алекс Пэшечка. Угу. Изучаете языки разных стран? Нет, я просто знаю белорусский и из этого понимаю украинский. Ну, русский знаю по определению. Японский? Не. Нахер он нужен? Учить японский, чтобы что? Озвучивать хентай, очевидно. Да, блядь, чтобы озвучивать хентай, не знаю, обязательно знать японский. Что ты, блядь, не скажешь фразу «Ема, ты куда сай?» Вот это вот. Чтобы в расе с японцами говорить, чтобы не рейдили. А если в раз не играю, то можно не учить, получается. Застрявшая пуля, почему? А как ты попал? Подожди, что-то не могу понять. Как так вышло, что ты, блядь, с первого раза попал? И сверху пачку кофе дал, Ферос? Ты, наверное, что-то перепутал. И апельсин, это чтобы выздоравливал. Я с Украины? Понятно. А я с Беларуси. А я с России. Ну, это... Нетрудно догадаться. Тут основная аудитория 75% это россияне. Я из Иркутска, у нас сегодня... А Иркутск это отдельная страна? Иркутская народная республика, блядь. XXXX из 881 сломал, починил сосиска 93188XXXXX 5 рублей скинул. Дал конфету, платно. Я сегодня щедрий, ага. Ля трек, какой ля. Под этот трек, знаете, сразу представляется, как будто ты идешь, вот на улице офигенная погода, где-нибудь около плюс 15 в кофте такой, с банкой энергетоса идешь и такой вот, ветер в лицо дует, а ты такой важный, хуй бумажный идешь. Чувствуете вот это, чувствуете? Ну все, под этот трек надо кромсать зомби. Сюда, блядь! На нахуй, на, блядь, на, сука. Какой-то хлеб ты любишь больше, черный или белый? Белый, цельнозерновой. Ответ, осуждаю черных? Ну да, осуждаю черных, хорошо. Блять, я бы сейчас орал бы этот трек, только дочка спит. С какими настройками песочницы я буду считаться казуалом? Чем больше зомби ты ставишь в настройках, тем больше ты казуал. Разве не наоборот? Нет. Чем больше зомби, тем сложнее зомби, тем больше ты казуал. Вот это вы, блядь, конечно, скооперировались нормально, блядь. Зомби оружие спамится, поэтому много зомби казуально. Так вот в том-то и дело. Ты, блядь, доги, какой ты гений. Я б нахуй не додумался бы до этого.
Главное, мультиудар не отключать. Так в том-то и дело, мультиудар, если ты отключишь, то ты казуал априори становишься. Проживая в рыбной области, я не люблю рыбное. А я не люблю картошку. Ну это правда, кстати. Почему ты не любишь картошку? Потому что ты сбил Руси. Блять. Так, я АФК, братки, давай. Когда мы братками успели стать? Ну с кем-то он стал братком. Ну, нормально общается человек. Че выебываешься, Кектус? Сейчас пизды получишь? Гадость, блять. На 50 лайков что-то будет? Да, Кектус, поставим тебя раком и пустим по кругу. Плюс в чат, кто согласен со мной, что нужно так сделать. Это получается... Блять, а никто с модеров плюс не поставил. Что за люди, блять? Ведь это камбэк. Кам. Это камбэк. Зомби это что-то мистическое, появляется там, где не ждешь, идут туда, куда не ждешь, атакуют там, как бы не ждешь, да. Как относишься к Гидрокрафт? Модификация для скрытых гомосексуалистов. Ебать, сейчас пуканы погорят. Мне прям интересно, сколько сейчас дизлайков появится. Плюс 2 диза, хорош. О, моя любимая песня. Ра-та-та-та. Ладно, чатик, люблю вас, обнимаю. Мне пора, респект автору канала за то, что заменил мне девушку, семью и друзей своими видео. Кузюм, ну ты тоже, блядь, не исполняй. Как я тебе девушку? Ты дрочишь на меня? Не надо, блядь. Я это не одобряю. Ня? Блядь, вырежете это. Блядь, там спавнер, что ли, стоит какой-то? В смысле? Откуда столько зомбу там? В 23 года заработал денег на инсульт. На сегодня на сервере админ спамил орду в баре, было весело. А зачем он это сделал? Потому что в самолете все зависит от винта. Чтобы было. Это мне? Спасибо тебе большое. Ебать, 10-я точность, перекачич, да? Спасибо большое. Ну все, ты попадешь в нарезку 100% уже. Шама, братанчик, работаем. Теперь не потеряй перса, а то обидно будет. Я постараюсь. Но это до момента, когда гибридыч на стрим, я думаю, что не зайдет. Потому что он глаз положил на него. Слышно, ломаем ноги, вызываем вертолет с пулеметчиком. Та за шо? А фанатов все больше? Сейчас будет поменьше чуть-чуть. Неужели это будет стрим без ТП в тюрьму? Я не верю. Или на крышу ТЦ, да? Моды? Любимый мод? Брит Авиапун Пак, очевидно же, бля, Кектус. Волга-Урал, это любимая карта, а не мод. Не в Римаксон, мы все знаем, что твой любимый мод это Гидрокрафт. Не, это на втором месте. Мой любимый мод на швейцарский нож. О, кстати, спасибо, что напомнил. Моркен Опенер, тоже один из моих любимых модов. Шевцовский нос, короткое режущий. Нормально. И не поспоришь же, ведь. Блять, я, кажется, что-то понял. Надо будет потренироваться в офлайне. С этими сбивами с ног. Блять, может получиться. Надо будет потрениться. Посмотреть вообще, сработает или нет. Ну опять же, блять, с этим... я там, блять, мышка с руки вылетит. А ебать, нихуя ты придумал, да-да. Это надо иметь железную психику в реальной жизни. Когда папич начинает орать, я пугаюсь обычно. Не факт, что получится. Шо по лайкам? 52, так а в смысле, а чё вы не сказали-то? Шама, блядь, почему ты молчишь? Create a project zomboid all mili viapon tier list? Ну, давай соберем. А есть, блядь, перевести на русский? О! Всегда стоит грабить, обычно стоит разграбить, иногда стоит грабить, редко стоит разграбить, только если ты в отчаянии, блядь. Блядь, бадминтон играть? С головой зомби в бадминтон? Хотя, опять же, вот это всегда. Только штанга именно не как оружие использоваться, а потому что как предмет в основном. Как в основном, типа, потому что это пиздец какой редкий предмет. Так, это кожаная флейта. Нахуй она нужна? Вилка. Ну, блядь, драться ей тоже нет, она больше по функционалу. Вилка в дверь вскрывает. Да, ну да. Бля, а нахуя столько копий различных добавили? Карандаш, блядь. Ну давай копья все на середину, потому что я не фанат копий. Бать, сейчас пуканы погорят, конечно. Ну вот вам и тирлис, я даже сохраню себе. Найс рофл с Вантузом. Алекс П, ты в мультиплеер играл когда-нибудь? Вантуз в мультиплеере на ближнем бою, блядь, лучше, чем катана будет. Лучше, чем теста, да? Why not? Прикольно. Копия столько погубили персов за свои анимации, да. Вот это есть момент такой. Будем теперь тирлисты всего на свете составлять? Ок, вообще не вопрос. Тирлис модеров? Ну я не смогу его составить. Всех модеров в верхний тир, плохих модеров не держим. Так оно так и есть. Ох, блядь, смысл? Ага, откуда? Друже, может ты знаешь третье название? Камыш, Рогоз и Кукуружа. Знаю, блядь. Тимофеевка. Ля, это уже 4? Тогда хз, что третье? Чудо вот для ПЗ, это когда ты думаешь, что у тебя что-то есть, но потом приходит сознание, что это было на другом персонаже, да? У меня такое очень часто бывает. Как неожиданно и приятно. Опа, что это лежит? Бля, я думаю, что это такое. Молоток со свинцовой трубой.
Работяги работали, приехал Макс и спать. Так я ж начальник. Я им просто сказал, что пришли отдыхать уже. Сколько можно работать. Были времена, когда мы пешком с Куалда в Испен пиздавали. Но это очень давно было. Но было время, да. Кто помнит мод на машине, я помню. Мод на машину был сильно всратый. Пиздец. Просто погугли. Ну, такой кринж был, бля, что просто ужас. Сколько у тебя модов скачано? 4 мода. Гидрокрафт, Брит Авиапон Пак, Муаркен Опенер и этот, Муртрейдс, во. Пак модов настоящего любителя мужчин, да. Заходите в Дискорд, вот Шама спамит в чат. Всем удачи, денег дачи. Всем пока, обнял, приподнял. Буп.